Говорят, что у каждой истории есть начало и конец. Наверное, в большинстве случаев это правда. Но иногда начало и конец сливаются воедино и становятся серединой истории. Именно о середине очень долгого путешествия я и хочу вам сейчас рассказать. Меня зовут Катерина Краснопольская, вы смотрите StopGame.ru, и это вторая часть истории из серии Dreamfall и The Longest Journey. Работа над продолжением The Longest Journey началась почти сразу же после выпуска первой игры. Хотя работа — это, конечно, громко сказано. Изначально это были просто зарисовки и заметки, которые Рагнар Тёрнквист записывал на бумагу, чтобы потом не забыть. Сам он, как и большая часть команды The Longest Journey, в то время трудился над многопользовательскими играми Funcom, довольно известной Anarchy Online и несколькими другими проектами, которые так и не ушли дальше стадии концепции. Ну и продолжение — это тоже, по сути, громко сказано. Тёрнквист решил не описывать прямое развитие событий The Longest Journey, а сделать что-то вроде ее духовной наследницы. В том же мире, вернее, мирах, но с новой главной героиней — непременно девушкой. Были задумки показать одного и того же персонажа на разных этапах ее жизни. Игрок мог бы управлять сначала ребенком, затем подростком, взрослой девушкой и пожилой женщиной. В концепции все это звучало интригующе, но на практике на то время такую идею было трудно хорошо воплотить. В середине 2001 года The Longest Journey 2 обзавелась рабочим названием Unification — объединение, слияние. Игра должна была рассказывать историю 16-летней девушки по имени Мика. По сценарию Тёрнквиста наполовину азиатка, наполовину американка отправилась на поиски пропавшего друга и встретила на своем пути крупную корпорацию, производящую мощное и таинственное устройство, которое может влиять на сны людей. В набросках будущая игра имела так много неожиданных сюжетных поворотов, что ее автор решил подправить сценарий и сделать его более простым. Какие именно моменты были отправлены под нож, неизвестно. Как я уже сказала раньше, Тёрнквист параллельно работал над рядом ММО-проектов, и, возможно, это как-то повлияло на появление у него крамольных идей сделать многопользовательскую войну баланса. Но мысли так и остались мыслями. Центральное место в более поздних концепциях стало занимать исчезновение Эйприл Райан и ее поиски. Тогда у игры появился соответствующий лозунг. «Сновидец пропал, сны закончились, сон пожрет всех нас, если сновидец не будет найден». В начале 2003 года Тёрнквист придумал два новых заголовка для второй и третьей частей своей саги «Crossing и The Journey's End» — «Пересечение путей и конец путешествия». Одним названием дело, конечно, не ограничилось. В набросках «Crossing» впервые появилось имя Зои, 17-летней скользящей, которая жила с отцом и изучала нанотехнологии. События игры происходили через 10 лет после окончания The Longest Journey, и главной задачей Зои было найти и спасти Эйприл Райан. Правда, тогда фамилия Зои была Альварес, а не Кастилья. За все время разработки игры главная героиня прошла через ряд изменений. Изначально Зои была моложе, богаче и капризнее, но после переезда из английского Саммертауна в Касабланку, по признанию самого Тёрнквиста, она стала более интересным и многослойным персонажем. На ранних этапах Зои даже обладала магическими способностями и по ходу игры должна была изучать новые заклинания. Эйприл же, напротив, очень мало изменилась с первых набросков, сделанных сразу после выхода The Longest Journey. Уже тогда Тёрнквист видел ее усталой и разочаровавшейся. Самым важным в концепции Crossing было то, что она позиционировалась уже не как чистая приключенческая игра. По-прежнему упор делался на историю, но в геймплейном плане игра обязана была включать в себя ролевые элементы и сражения, и происходить все это дело должно было в гораздо более просторном и динамичном, чем прежде, мире. Тёрнквист хотел создать приключения нового поколения, и Funcom дала ему в этом плане полную свободу. Весной 2003 года к Рагнару присоединился соавтор Даг Шеве. Вместе они продумали окончательный вариант истории, персонажей, центральные темы игры, о которых я расскажу уже после разбора сюжета.
Объединив многие идеи и наработки, даже самые-самые ранние, как-то пропажа друга, корпорация, которая воздействует на сны людей, Тёрнквист и Шева создали свою историю. Однако, пережив множество трансформаций, эта история была все о том же – о поиске Эйприл и поиске Веры. С большой и с маленькой буквы. Летом 2003 года игру разрабатывала совсем небольшая команда – 7-8 человек. Но к концу всего процесса, в начале 2006-го, их было уже за 30. Плюс отделение Funcom в Шанхае занималось производством некоторых графических ресурсов для своих норвежских коллег. Разработка разработкой, но тем временем продолжались и поиски названия новой игры. Это были очень долгие поиски. Подзаголовок Crossing сменился на Static – шум. На самом деле Static – это название игры, которую Тёрнквист разрабатывал еще в середине 90-х. Это должна была быть экшен-адвенчура про исследование границ между реальностью и фантазией, вдохновленная работами Филиппа Дика и близкая по духу к фильму «Матрица». В феврале 2004-го название сменилось на Dreamfall The Longest Journey. И вот, наконец, 17 апреля 2006-го, спустя 7 лет после выхода первой части, состоялся долгожданный релиз игры. В отличие от оригинальной The Longest Journey, Dreamfall была разработана не только для ПК, но и для Xbox. Выход игры на консоль наложил свои условия, разработчикам пришлось идти на компромисс между двумя версиями. Так, локации персонажей в графическом плане получились более простыми, чем было задумано изначально. Да и сама игра была разбита на небольшие фрагменты, и все из-за ограничения памяти первой Xbox. На ПК можно выставить высокое разрешение, поэтому игра там выглядела лучше. Также в угоду консольной версии был разработан специальный интерфейс. Он одинаков для обеих платформ, но по мнению большинства игроков, с геймпада им управлять куда удобнее, чем с клавомыши. Итак, после того, как вы узнали, как проходила разработка игры, пришло время поближе познакомиться с ее сюжетом. Dreamfall, как и The Longest Journey, это рассказ в рассказе. Но на этот раз историю нам ведает не богатая опытом старушка, а 20-летняя девушка, лежащая в коме. Однако игра начинается даже не с ее рассказа, а с небольшого пролога, где знакомый нам по первой части Брайан Вестхаус готовится к перемещению из тибетского монастыря в Аркадию. Но все пошло не так, как он ожидал. Вместо дивной новой страны Брайан попал в мир между Старком и Аркадией. Если помните, он бродил по нему 3 столетия, и в Dreamfall нам показали, как же именно он там оказался и кого встретил на своем пути. Нет. Нет, нет, нет. Действие самой игры начинается спустя 10 лет после событий первой части. Новая главная героиня, Зои Кастилья, бесцельно проводит время, валяясь на кровати. Она недавно рассталась со своим парнем Ризой, бросила учебу на биоинженерном факультете и теперь не может устроиться на работу и вообще потеряла ко всему интерес. Зои живет в Касабланке, в доме своего отца, ученого Габриэля Кастилья. Он не давит на дочь и дает ей время разобраться в себе и вдоволь порефлексировать. Помимо них двоих, в доме обитает еще горилла-робот Ватила по имени Вонкерс, которого отец подарил Зое на 4-летие, чтобы утешить после смерти матери. Don't you get bored just sitting here in my room? I know I do. I don't get bored. I think a lot. You do? About what? About the fun times we've had together, Zoe. Вонкерс своей манерой речи и поведением в целом похож на Тедди из спилберговского фильма «Искусственный разум». Его даже озвучивает тот же самый актер, Джек Энджел. Hello, Teddy. Hello, David. David, Teddy is a super toy, and I know you'll take good care of each other. I am not a toy. События, которые начинают происходить вокруг нашей героини, резко меняют ее вялотекущий образ жизни. Сначала она начинает видеть странные криповатые послания на мониторах по всей Касабланке. Найди. Затем, согласившись помочь своему бывшему молодому человеку забрать пакет у некой Хелен Чанг, Зои оказалась втянута в темные дела огромной корпорации Вати. Риза, более известный в мире Старка под псевдонимом Ерихон, проводил собственное журналистское расследование для «Карающей Десницы», и перестал выходить на связь. Обеспокоенная его исчезновением, Зои решает отправиться на поиски друга. Ее не останавливают ни запреты полиции, ни преследования самой корпорации.
С помощью своей подруги Оливии, расшифровавшей записи журналиста, Зои узнает, что Риза планировал отправиться в американский город Ньюпорт и встретиться там с человеком по имени Чарли. Делать нечего, Зои приезжает в Ньюпорт, а конкретно в Венецию, тот самый район, где когда-то жила и училась Эйприл Райан. Венецию было не узнать. Из солнечного и уютного места она превратилась в мрачное пристанище людей без крыши над головой. Во многом это произошло благодаря коллапсу, катастрофе, которая случилась сразу после исчезновения Эйприл. Из-за коллапса в Старке перестала работать часть продвинутых технологий, пропало множество людей и появился синдикат ИОКа, призванный обеспечить контроль и безопасность выживших. Зои отправляется в кафе, где раньше работала мисс Райан. Там она встречается с Чарли, нынешним управляющим заведения. Тот действительно виделся с Ризой и направил его в отель «Виктория». Когда-то там был приграничный дом, пансионат, где жила Эйприл. Нужно сказать, что это одна из самых клевых штук в Dreamfall. Бродить по знакомым с первой игры локациям, общаться со старыми персонажами и подмечать, как все они изменились. Вот дверь, в которую когда-то прошла Эйприл, сбегая от солдат авангарда, а вот лавочка, на которой сидел Кортес. Пансионат, как и вся Венеция, тоже изменился до неузнаваемости. Теперь он стал местом тестирования дримеров, новой разработки компании Вати. Зои снова видит на экранах пугающую девочку. Та показывает ей шкаф в номере 201, сами понимаете, чья бывшая комната, и Зои пробирается туда. В номере она находит снимок Эйприл, Чарли и Эммы и встречает Маркуса, который эту видеографию и сделал 10 лет назад. Маркус раньше был приятелем Эммы, и в первой игре у него было несколько реплик, которые озвучил сам Рагнар Тёрнквист. Told you so, Marcus. You said 03. I was closer than you. 07, and you call yourself a fan. I don't. За определенную сумму Маркус соглашается рассказать Зои все, что знает о местонахождении Ризы, и они договариваются встретиться вечером в пределе. А пока вечер еще не наступил, Зои, вернувшись в кафе, рассказывает Чарли и Эмми, прилетевшие ради такого дела в Ньюпорт из Европолиса, о своих видениях, в которых фигурирует имя их подруги Эйприл Райан. А те, в свою очередь, кратко пересказывают сюжет первой части. После исчезновения Эйприл Эмма не смирилась и стала проводить собственное расследование, но так и не вышла на след подруги. С появлением Зои у нее появилась надежда, ведь такая встреча не может быть простым совпадением. Через некоторое время у Зои случился разговор с Маркусом, и он не принес долгожданных результатов. Вместо того, чтобы рассказать о Ризе, он вместе с сообщницами усыпил Зои. Девушка обнаружила себя в том самом месте, которое видела на экранах – белоснежной зиме, откуда уже попала в не менее странный подземный город, расположенный под Меркурией, и, выбравшись из него, оказалась в подвале приюта странника. Интересно, что попадающие в Аркадию из Старка девушки всякий раз появляются где-нибудь рядом с этим местом. Либо у таверны, либо у храма. Видимо, мощная энергетика подземного города их так притягивает. В таверне по-прежнему всем заправляла Бенрима, которая подумала, что ее посетила еще одна скользящая и отправила чужестранку к Минстру Магде. Однако та не может помочь Зое вернуться домой и советует ей поискать учителя в старом городе, или гетто, как его теперь называют. Меркурия сильно изменилась за 10 лет. Во время событий The Longest Journey на город напали тиренцы, но позже, уже за кадром, он был освобожден армией Азади, которые, сделав доброе дело, решили на этом не останавливаться и навязать Меркурии свое правление, религию и образ жизни. Они постановили в городе свои порядки и правительство с эмиссаром во главе, разрушили храм Баланса и торговую площадь и на этом месте разбили военный лагерь и стали строить гигантскую башню. Культура Азади во многом похожа на персидскую, а само слово Азади – название башни, построенной в столице Ирана, Тегеране, которая является символом города. А во время разработки Азади проходили под кодовым названием Тагеранцы. Азади привезли с собой новые технологии, на вроде паровых машин, и при этом сильно притесняли магические расы, собрав их всех в одном районе. Как и Венецию, улицы Меркурии заполонили бездомные, такие как Слепой Боб и Дурочка Клара. Здравствуйте, вы дура... Вы случайно не Клара? На фоне всего этого, конечно же, не могло не появиться сопротивление режиму Азади. Повстанцы во главе с нашей старой знакомой Эйприл Райан пытаются помочь магическим и придумать, как освободить город от захватчиков. Но это у них пока получается плохо. Зато одному из них удалось привести Зои в штаб, думая, что она шпионка.
Две героини знакомятся, и если Зои рада найти цель своих поисков, ту самую Эйприл Райан, про которую говорила странная девочка, то Эйприл явно раздражена и думает, как бы поскорее отделаться от Зои. Ей нет дела до проблем Старки, у нее хватает своих в Аркадии. С помощью мага Нааны Зои засыпает и возвращается в свой мир, а действие на время переносится в столицу Империи Азади, Садир, где мы и знакомимся с третьим главным героем истории, Киана Мальвана. Он апостол, элитный ассасин, всем сердцем преданный своей вере, богине и шести императрицам Азадира. Киан получает важное задание – найти и обратить в свою веру Скорпиона, лидера повстанцев Меркурии. И пусть вас не смущает фраза «обратить в свою веру». Поэтично выразившись, шестеро приказали Киану убить своего недруга. Между тем Зои пришла в себя в Старке, все в том же пределе. Обнаруживший ее Чарли сказал, что она все время была там, и, похоже, ее накачали синтетическими наркотиками. Чарли убеждает Зои вернуться домой в Касабланку. Девушка согласилась, что у нее нет другого варианта, и тут ей очень кстати позвонила Оливия. Она расшифровала записки Резы, и Зои теперь нужно лететь в Японию, так как там он должен был увидеться с Дэмианом Кавана, программистом корпорации Вати. Пробравшись в здание корпорации через музей Вати, Зои встретила Дэмиана. Он доверился девушке и рассказал ей про Дример, то самое устройство, что тестировали в отеле Виктория. Весь проект носит кодовое имя Альхера и по официальной версии является небывалым развлечением, благодаря которому люди смогут видеть яркие осознанные сны. Но на деле настоящая цель Дримера – сбор информации и дальнейшее управление снами и людьми. Дэмиан узнал об этом, и такое положение вещей его в корне не устраивало. Восстание началось. Мир в огне. Поэтому он решился рассказать миру всю правду о Вати устами Ерихона, ведь только карающая десница не побоится бросить вызов могущественной корпорации. Зои тоже хочет помочь и остановить Вати Корп и отправляется в самый центр штаб-квартиры, лабораторию, в которой находится гигантский органический компьютер Айнгана, созданный для обработки снов пользователей-дримеров. А Дэмиан руководит процессом со своего рабочего места. Девушка внедряет в Айнгану, или как ее официально называют Дримкор, червя и сбегает из лаборатории в прекрасный сад. Сад был и правда очень красив, а вот его хозяин – создатель компании Вати Элвин Питт с собственной персоной. Он напрямую подключен к DreamNet, сети, связывающей все Дримеры и Айнгану, что позволяло ему следить за людьми наперекор своей физической слепоте и глухоте. Основатель корпорации был явно не рад встрече, но, несмотря на проблемы со здоровьем, узнал Зои. По словам Питца, он видел ее в снах Резы. Кстати, о Резе. Если верить директору Вати, экс-бойфренд Зои был уже мертв. Но верить такому подозрительному типу себе дороже. Питца мучает та самая девочка, живущая в сети, что являлась Зои и просила спасти Эйприл. Она вызывала помехи и мешала не только ему, но и влияла на всю сеть в целом. Надолго на проблему он жаловаться не стал, а позвал на помощь уже знакомых нам близняшек, от которых Зои благополучно удалось сбежать к ожидавшему ее Дэмиану. Пока Зои занималась расследованием в Японии, Эйприл рискнула проникнуть в святая святых Азади, в их башню. Стоя на балконе, она подслушивает разговор эмиссара Сахии и пророка и затем следит за ним. Тот, к удивлению девушки, идет в приют странников, в подвал. Открывает портал, а Эйприл ловко успевает нырнуть за ним в подземный город. Нужно отметить, что прообразом зданий в этом месте является древний город Петра, знаменитый своим скальным храмом-мавзолеем Эль-Хазне, или, как его еще называют арабы, сокровищницей фараона. В одном из храмов Эйприл находит странное место – комнату снов с вихрем из потоков сновидений в центре. Вернувшись в таверну, Эйприл рассказывает Нааны про свою находку. Теперь у девушки новая цель – побольше разузнать про строящуюся башню, раз уж она так важна для Азади. Все в той же таверне Бенрима дает Эйприл совет поговорить со Стражем Баланса, но для этого сначала нужно найти Белую Драконицу. Очень кстати, в приют странника заглянул Брайан Вестхаус, о котором 10 лет не было ничего слышно. Эйприл думала, что он погиб, но на самом деле он просто сбежал во время вторжения тиренцев и много путешествовал по землям Аркадии. И еще завязал с алкоголем. Такой образ жизни пошел ему на пользу. Вестхаус стал выглядеть моложе и здоровее, чем раньше.
Вот что бывает, когда убегаешь от проблемы и вместо того, чтобы жить в оккупированном городе, путешествуешь по миру. Брайан подсказал Эйприл, что белая из рода Драйкин сейчас обитает в городе темного народа, и нашей героине нужно найти способ как-то попасть туда. Темный народ не горит желанием пускать чужестранцев в свою обитель, но есть у них одна слабость, благодаря которой туда все-таки можно проникнуть. Они собирают книги, рукописи, дневники, в общем, все, что было когда-то написано. Библиотека темного народа самая полная и обширная на свете, и Эйприл всего-то нужно найти подходящий для нее экземпляр. Желательно какую-нибудь совсем уж уникальную книгу в качестве платы за проезд. Такая книга как раз есть еще одного старого знакомого, бывшего злого алхимика Ропера Клакса. Волшебник выбрался из калькулятора и, по его собственным словам, перевоспитался. Теперь он счастлив быть простым торговцем и опубликованным писателем. Именно злоключения после встречи с Эйприл побудили его написать книгу «Прощайте, колдунские дни», единственный сохранившийся экземпляр которой он и отдал девушке. Вот, держи. Обращайся с ней аккуратно. Береги от воды и не корми сырым мясом. И ради баланса не переворачивай ее вверх ногами в полнолуние. В библиотеке темного народа Эйприл встречает ворона, которого 8 лет назад бросила одного. Говорящая птица великодушно прощает героиню и вместе они приветствуют белую драконицу. Сестра Эйприл нынче скрывается в человеческом теле и опасается преследования неких темных сил, поэтому и прячется в библиотеке. Белая Кин готова помочь Эйприл найти стража, но для этого рядом с мисс Райан должен быть ворон. Сама девушка больше не может проходить между мирами. Эйприл и ворон попадают во владение стража. Это место тоже сильно изменилось со времен первой части. Гордон Хэллоуэй, еще один знакомый персонаж, готов ответить на вопросы героини. Роль Эйприл, по его словам, сыграна. Ее судьба напрямую сцеплена с балансом, а то, что сейчас происходит с миром, связано уже не с ним, а со снами. И не Эйприл это исправлять. Теперь она свободна. Вот только девушка совсем не рада этой свободе, ведь ее существование больше не имеет смысла. Ну а Зои меж тем не теряет времени даром и романсит Дэмиана. Она хочет вернуться в Аркадию и во время перехода поговорить с девочкой, которую так боится Питц. Дэмиан подключает Зои к Дримеру, героиня проваливается в сон и попадает в мир, где криповатый ребенок снова настаивает на спасении Эйприл. Ты должна спасти ее, Зои, пожалуйста. Незадолго до этого Киан, про которого уже все забыли, прибывает в Меркурию и представляется эмиссару. Городские власти, похоже, не рады гостю из Садира и осуждают мягкосердечие Киана за его спиной. Но недоброжелательные Вамон и Сахия, конечно, не могут помешать апостолу начать собственное расследование. Когда Киан расспрашивал магических о Скорпионе, ему доложили, что на площади из ниоткуда появилась ведьма, и ее немедленно посадили за решетку. Киан решил сам допросить Зои, а это была именно она, и убедился, что девушка никакая не ведьма и не шпионка. Но отпустить он ее был не в силах, у монашьей темницы свои порядки. На обратном пути Киан встречает Эйприл, которая, вернувшись из владений стража, узнала, что ее знакомая в беде и отправилась ее вызволять. У них завязался разговор, в ходе которого Эйприл выдает как на духу все, что она думает об Азаде, об их навязывании религии и власти. У Киана же своя правда, он считает, что Азаде спасли Меркурию, избавив от тиренцев. Эйприл в ответ яростно говорит о притеснении магических, и Киан, о чудо, прислушивается к ее словам. За один короткий разговор друзьями они не стали, но лучик доверительности между ними определенно промелькнул. Эйприл помогает Зое бежать, но дальше сотрудничать отказывается. Тогда на подмогу жительнице Старка решил прийти ворон, называющий себя профессиональным подельником. Вместе с Вестхаусом они решили полететь в библиотеку к Белой Драконице, чтобы та перенесла Зою обратно домой. Там, куда мы направляемся, ворон, крылья нам не понадобятся. В библиотеке Белая отмечает, что Зои очень необычная девушка, которая связана с миром снов. Чтобы вернуться, ей просто нужно увидеть правильный сон. Но исчезнув, мисс Кастилья оказывается вовсе не в Старке, а на болотах в Аркадии, где и произойдет пересечение всех трех главных героев. Наана отправляет Эйприл на встречу с важным информатором, и та не подозревает, что волшебница уже договорилась с Кианом, что приведет его к Скорпиону в обмен на безопасность корабля с провизией и лекарствами для мятежников. Киан, замаскированный под повстанца, не ожидал увидеть Эйприл вместо загадочного и ужасного Скорпиона.
Своими глазами он узрел все ужасы, которые творил его народ, оправдываясь верой. И теперь хочет все исправить и рассказать в Садире, что на самом деле происходит в Меркурии. Эйприл сама начинает доверять Киану, но тут прибывают воздушные корабли Азади, следившие за апостолом. Киана обвиняют в предательстве и арестовывают. Вамон требует от Киана убить Скорпиона, которым, к его удивлению, и была Эйприл. Но Киан не может этого сделать. И тогда девушку ранит другой солдат, и она падает в воду. Нет! Оставшиеся повстанцы помогают Зое вернуться домой с помощью усыпляющих трав. Но перед этим нам показывают, что Белую кто-то убивает. Как будто и без этого не было проблем. Итак, теперь Зои одна в квартире Дэмиана. Червь, внедренный в Айнгану, нашли, и за Дэмианом началась охота, поэтому он шел за лучшее уйти из своей квартиры и запутать следы. Однако удалось выяснить, что сигнал вторжения и возникновения помех у Дримнет шел из России, и Зоя отправилась в окрестности Санкт-Петербурга. Место было мрачновато. Ну, заброшенные здания фабрик другими и не бывают. Рагнар Тёрнквист никогда не был в России, но дух нашей страны ему удалось ухватить и передать. Это что, телефон? Любопытно. Зачем кому-то ставить телефон в стеклянную клетку? Это что, образчик современного искусства? На фабрике игрушек Зои находит заброшенную лабораторию и смотрит отчеты об испытаниях на Вере, той самой девочке из сети. На ней тестировали морфей, наркотик, вызывающий сон, необходимый перед использованием Дримера. Препарат явно получил свое название в честь древнегреческого бога сна и сновидений. А еще морфеем часто называли главного героя комикса Нила Геймана Сэндман. Но вернусь к Вере, с каждым приемом препарата сердце девочки слабело и однажды просто не выдержало. Тело Веры умерло, но душа ее вошла в сеть, вызвав сильные помехи и шум. Узнав правду, Зоя возвращается домой в Касабланку, как пафосно это бы ни звучало, с совсем другим человеком. Прийти в себя героине не дает Хелен Чанг, которая заявляется к Зое как к себе домой. Она говорит, что хочет остановить Вати и убеждает девушку отправиться к Вере и уговорить ее уйти из сети и перестать создавать шум. Зои снова оказывается в самом центре зимы, где стоит пугающий черный дом, место, где живет Вера. Девочка называет Зои своей старшей сестрой и говорит, что их мать не умерла. И главное, Вера убеждена, что Зои спасла Эйприл. Наша героиня просит Веру уйти, но та, конечно, боится, ведь уход из сети будет означать для нее окончательную и бесповоротную смерть. Поэтому Зои решает остаться с ней до тех пор, пока будет нужна. И девочка засыпает и исчезает на руках старшей сестры. На этом действие Dreamfall завершается, остаются только небольшие сценки. Пицца убивает свои же, а Хелен не дает Зои проснуться и вкалывает еще морфия под комплимент о красоте девушки. Игра заканчивается, как и начиналась, словами Зои к неведомому слушателю. Она уверена, что с миром не все в порядке, а Реза, который пришел проведать ее, это не Реза вовсе. В конце концов, Зои оказывается в мире снов, в Старитайме, и рассказывает страннику свою историю. А в сцене после титров, да, в игре есть и такая, нам показывают Тибет в 1933 году, а именно встречу Вестхауса и Кортеса еще до отправления из монастыря в Аркадию, о которой рассказывалось еще в первой части. Финал Dreamfall ярко демонстрирует философский посыл игры. Да что там игры, всей серии, заключается он в детерминизме, или, проще говоря, в предопределенности. Несмотря на множество путей и вариантов, итог всегда будет один, и он уже заранее предрешен. Судьбой, богами, природой, либо самим человеком, неважно. Важно, что согласно этой концепции, будущее у героев возможно только одно, и оно случится несмотря ни на что. Поэтому у игр саги The Longest Journey всегда будет одна концовка, но прийти к ней можно разными путями и испытать при этом свои собственные уникальные эмоции. Вообще, с таким взглядом на мир даже как-то жить легче становится, все события воспринимаются как должное и нет никаких сожалений, ведь произошло все именно так, как и должно было. Игра оставила после себя множество вопросов, и, конечно же, геймеры дружно принялись их обсуждать и строить свои теории, часть из которых действительно попала в яблочко. Все-таки в Dreamfall было достаточно намеков. Сейчас я расскажу о самых интересных задачках и вопросах, которые поставил Тёрнквист перед игроками. Самый главный и волнующий вопрос заключался в том, выживет ли Эйприл или нет.
Почти все игроки были уверены, что с девушкой все будет в порядке, и приводили в защиту этого вполне логичные доводы. Во-первых, после пребывания у народа Майорумов Эйприл научилась дышать под водой, значит, опасность утонуть ей не грозит. Во-вторых, она могла по старой привычке в экстренной ситуации все-таки открыть портал в Старк. В-третьих, рядом есть Киан, который мог бы перебить солдат и броситься за Эйприл в воду и вытащить ее, оказав вместе с Наной медицинскую и магическую помощь. Тем более, что фамилия Киана – Альвана, точно такая же, как и у старушки, которая рассказывала историю The Longest Journey. В предыдущей игре явно намекалось, что леди Альвана – это и есть Эйприл, а одинаковая фамилия может означать, что они связаны либо родственными узами и являются братом и сестрой, либо та искра, что промелькнула между ними, перерастет в нечто большее, и они станут мужем и женой. Да, таковы были теории фанатов, и они были вполне логичны. Плюс наличие леди Альваны в сюжете первой игры – еще один довод в пользу того, что девушка должна была не просто выжить, но и дожить до старости. Ну и в конце концов, Эйприл ведь главная героиня саги и спасительница миров, а герои так не умирают, не по законам жанра это. Конечно, были люди, которые считали, что Эйприл погибла, и именно в этом и заключалось ее спасение. Потому что, потеряв веру в свое предназначение, она все равно медленно, но верно шла к смерти. Зои в итоге должна была спасти Эйприл, либо вернув ей веру, устроив такую мощную встряску, либо не вернув, но допустив ее смерть и тем самым не дав совсем разувериться в себе. Другим животрепещущим вопросом была личность пророка. Игроки предположили, что за черным капюшоном могли скрываться синий Кин из предыдущей части, о котором давно не было ничего слышно, страж Гордон Хэллоуэй, во многом благодаря своему темному прошлому и равнодушному отношению к смещению баланса, и даже отец Зои Габриэль Кастилье. Последний уж слишком мало появлялся в игре, то есть все время неизвестно где пропадал. Плюс то, что Зои всегда удавалось выходить сухой из воды после встреч с Соком, можно оправдать его тайным покровительством. Ну и в конце игры Габриэль был так сильно расстроен, что некоторые игроки сразу восприняли это как признание собственной вины за случившееся. Однако самой популярной кандидатурой на должность пророка был Брайан Вестхаус. Главный довод в пользу этой теории – его встреча с Бессонным в мире снов. Еще лица Вестхауса и пророка, по крайней мере то, что удалось разглядеть, имеют очень похожую текстуру. Хотя тут, конечно, сразу появились люди, которые стали объяснять это просто экономией времени разработчиков, да и вообще мало ли похожих мужских лиц. Еще одним дискуссионным вопросом было вычисление нападавшего на белую драконицу. Тут опять самой распространенной версией был Вестхаус, под влиянием Бессонного, стремившийся уничтожить всех кинов. Уж слишком странно реагировала на него сестра Эйприл. Что-то знакомое? Вам знакомо мое имя? Нет. Это ваше присутствие, ваша сущность кажутся мне знакомыми и еще приводят в замешательство. Ну и снова под подозрение попадали Страж Баланса, который мог гармонии ради убить белую драконицу, чтобы, скажем, уравновесить количество кинов в мирах близнецов, или объявившийся Синий Кин, преследующий какие-то свои личные цели. Как видите, версия с Брайаном выглядела все-таки убедительнее остальных. Еще игроков Dreamfall волновали такие вопросы. Что же такое коллапс? Как именно произошла эта катастрофа? Связана ли она с действиями Эйприл в The Longest Journey? Является ли Хелен Чанг матерью Зои? Что случилось с Ризой и Дэмианом? С остальными персонажами, в конце концов? Вопросов было много. Что касается персонажей, раз уж зашла речь, то теперь давайте поговорим о трех главных героях. Начнем с Эйприл Райан. Протагонистка предыдущей части сильно изменилась за 10 лет. Это больше не наивная и общительная девушка. У 28-летней Эйприл усталый голос, она уже не ведет дневник, то есть во время игры за нее мы не можем узнать ее мысли по поводу тех или иных событий. Эйприл больше не может проходить между мирами, и ей пришлось остаться в Аркадии. Она научилась сражаться и вместе со своими новыми друзьями основала движение сопротивления. И где теперь ваша богиня? Слава о боевых подвигах девушки шла далеко вперед, и Азади прозвали ее Скорпионом, даже не подозревая, что это может быть не мужчина. Свои же называли Эйприл Рейвен, что означает ворон, но в нашей локализации это прозвище перевели как грач, что немного стерло связь с главным напарником девушки, говорящей птицей. Эйприл отважно сражается и мотивирует других на борьбу с Азади, но все это она делает только потому, что у нее больше ничего не осталось.
Она разочаровалась в жизни, в людях и, главное, в себе. Такой же опустошенной начинает игру другая героиня, Зои Кастилья. Но если апатия Зои – это апатия совсем юной девушки, которой не так сложно обрести веру, то отсутствие энтузиазма в глазах повидавшей жизнь Эйприл – проблема гораздо более серьезная. Собственно, во время игры с Зои и произошли все нужные изменения. Водоворот событий, который начинает происходить вокруг, изменил ее отношение к себе и пробудил к жизни. Характер Зои стал жестче, она повзрослела, стала более серьезной и решительной. Недаром ее фамилия с испанского переводится как «замок» или «крепость». Чего-чего, крепости духа у девушки хватает. Ну а имя героини, кстати говоря, происходит от древнегреческого слова «жизнь». У всех главных героев серии, нужно заметить, имена довольно символичные. Зои, как и Эйприл, живой персонаж, которому хочется верить и сопереживать. Она ведет себя как самая настоящая девушка, немного ревнива, влюбчива, не лезет за словом в карман. Разве что в отличие от Эйприл в The Longest Journey, она не делает постоянных отсылок к Звездным Войнам и Star Trek, видимо, фантастика ей чужда. Но зато впервые попав в Аркадию, она отмечает, что все здесь как фэнтезийный RPG. Ну и по части юмора художница все-таки была на шаг впереди. Скажу немного о способностях Зои и опять-таки в сравнении с Эйприл. Мисс Райан, как мы помним, была скользящей, то есть могла перемещаться между мирами. Зои же была сновидцем, дримером. Она тоже могла перемещаться между мирами, хотя полноценным перемещением это все же не назвать. Тело ее всегда находилось и спало в родном Старке. А в Аркадии, мире снов, зиме, что является частью мира снов, Зои всякий раз создавала себя заново. По сравнению с Зои и Эйприл, характер Киана не столь проработан, и ему вообще уделено гораздо меньше игрового времени, чем девушкам. Но это не означает, что про него нечего рассказать. На момент событий Dreamfall Киану около 34 лет. Он сирота, и хотя его имя связано со словом «кинг» – «царь-король», он является не правителем, а воином. И воином не простым, а элитным. В сражениях Киану нет равных, и если что и может сравниться с мастерством его владения оружием, так это его вера и преданность богине. «Свет богини ослепляет моих врагов и ведет мой меч к победе». Слово «вера» я упоминала сегодня не раз, и не случайно. Эта тема – одна из самых важных в игре. Рагнар Тёрнквист и Даг Шеве даже создали специальную схему, которая наглядно иллюстрировала их идею. Итак, модель веры заключалась в том, что есть разные ступени потери веры. Возьмем, к примеру, Зои. Ее состояние доходило до уровня разочарования, но помогая девочке Вере покинуть мир зимы, она вернулась на самую высокую ступеньку. Киан пошел чуть глубже и обрел веру после духовной смерти и разговоров с Эйприл. А вот что касается мисс Райан, то на момент событий игры она так и не выбралась со дна схемы. И раз мы говорим о заложенных в Dreamfall идеях, то добавлю, как тесно она связана с мифологией австралийских аборигенов. По их преданиям, предки людей сотворили землю в эпоху снов силой своих песен. Период этот австралийцы называют Альхера – время сновидений. Айнгана для все тех же аборигенов – это богиня-создательница и богиня смерти. Она также известна как змея из мира снов. По легенде, у Айнганы есть особые жилы, тянущиеся к каждому живому существу. И если она отпускает одну из них, то прикрепленное к ней существо умирает. Название корпорации Вати тоже имеет австралийские корни. Вати Кутьяра – это пара братьев-ящеров, которые во время эпохи сновидений путешествовали по пустыне, пели о животных, растениях, ландшафте, называя их и вдыхая в них жизнь, и заодно уничтожая множество опасных злых духов. Эти ящеры-прародители немного напоминали красного кина, Кортеза, и, может, именно поэтому в штаб-квартире Вати на полу перед лифтом изображен красный дракон. Саундтрек Dreamfall написал британский композитор Леон Уиллетт. Как и в случае с автором музыки к предыдущей части, Бьорном Лагримом, работа над игрой была для него первым серьезным проектом и послужила толчком для дальнейшего развития карьеры. За музыку к Dreamfall Леон получил немало номинаций и наград на вроде саундтрека года, что было вполне заслужено. Ненавязчивые мелодии отлично ложились на игру и придавали ей нужное настроение. Пару электронных композиций написал Саймон Пул, являющийся по совместительству звукорежиссером игры. Также в Dreamfall прозвучали 4 песни норвежского певца и музыканта Эвана Йоханссона, поющего под псевдонимом Магнет. До этого он уже участвовал в записи саундтрека к фильму «Мистер и миссис Смит» и сериалу «Одинокие сердца» и являлся довольно известным музыкантом, по крайней мере у себя на родине. Эйприл по-прежнему озвучивала Сара Гамильтон. How lovely to see you.
Say what? It's been too long, my dear, too long. Yeah, I guess it's been long. Голос Киана принадлежал Гэвину О'Коннору, ирландскому, кто бы мог подумать, актеру театра и кино. I'll give you one last chance to save your neck, witch. You will help me find someone, or you will die. Это был единственный его опыт в играх. Гэвин больше специализировался на озвучке рекламы и мультсериалов, помимо своей актерской деятельности, конечно. Зои свой британский акцент подарила Элли Конрад Ли. This is an automatic reminder sent by... Oh, shit. The gym. I have to hurry. С самого детства она мечтала стать актрисой, участвовала во множестве театральных постановок, и ее упорство и талант помогли ей добиться поставленной цели. Как девушка стала голосом героини игры? Очень просто, прошла прослушивание и оказалась лучше остальных претенденток. Элли нравилось работать над этой ролью, она сама еще недавно была подростком и понимала все душевные метания и поиски Зои. Нравилось ей работать с Рагнером Тёрнквистом. По ее признанию, он всегда имел очень четкое представление финального результата и давал конкретные инструкции того, какими должны быть герои. Перед работой в студии, на этот раз лондонской, он, как самый настоящий режиссер, подробно описывал свое видение ситуации, что помогло актерам лучше понять своих персонажей и сильнее вживаться в роль. Официальная отечественная локализация Dreamfall вышла в октябре 2006 под маркой компании «Новый диск», но в участии ее принимали те же актеры, что и озвучивали «The Longest Journey». На самом деле, озвучка The Longest Journey появилась чуть позже, спустя пару месяцев после выхода русской версии Dreamfall. Игроки в большинстве своем оценили локализацию довольно высоко. Текст был переведен адекватно, хотя и были небольшие неточности, например, синего кино почему-то назвали в женском роде. Но при таких объемах текста на подобные вещи можно глаза и прикрыть. Придраться стоит разве что к рыданиям Зои, которых не было в первоисточнике. Привет, Зои. Рад снова тебя видеть. Ты что, плачешь? Привет. Нет. Нет, я просто... Да, я плачу. Ох, понятно. А почему? Потому что мне грустно. Hey. No, I'm just... Yeah, I'm crying. Oh, I see. Why? Because I'm sad. В целом, отечественные актеры постарались на славу и хорошо сыграли свои роли. Особенно удались Ворон, Роберт Клакс и трое главных героев. Несколько лет назад я написал мемуары «Прощайте, колдунские дни». Автор Роберт Ф. Клакс. А Ф – это от чего сокращение? Да ни от чего. Просто так имя смотрелось лучше на обложке. В русской версии Зои дублирует Елена Ивасишина. Ее голос еще можно услышать в «Бэтмен Arkham Asylum», «Mirror's Edge», а в первом «Ведьмаке» Елена озвучивает Шани. Я знаю. Лютик – старый бабник. Но ты, Геральт, я в тебе ошибалась. Наша Зои звучит немного моложе и задорнее оригинальной. Да, люблю я подушечки. So I have a thing for pillows. Киана на «Великий и могучий» переозвучил Владимир Вихров. Даже в самом «Садире» нет ничего, что могло бы сравниться с ним. Именитый актер театра и кино, к сожалению, погиб в 2010-м. На его счету было участие в дубляже множества фильмов. Озвучивал он и игры. Самой известной его работой была, пожалуй, роль Артаса в Warcraft 3. Не нужно формальности, Утар. Я еще не король. Рад тебя видеть. Эйприл снова говорила голосом Полины Щербаковой. Девушка подошла к роли со всей ответственностью, и те изменения, которые произошли в характере мисс Райан, отражены в ее манере говорить. Речь Эйприл стала суше. Это больше не молодая жизнерадостная девушка, а уставшая и потерявшая веру женщина. Та Эйприл Райан, которую я знал, не успокоилась бы на фразе «Я поговорила со стражем». Она бы сделала все, чтобы помочь. А я не та Эйприл Райан, которую ты когда-то знал. Я устала быть в ответе за всех. Я просто устала. Но не буду подробно разбирать локализацию, все-таки у нас сейчас совсем другая передача, а лучше давайте поговорим о жанровом своеобразии игры. Рагнар Тёрнквист определил жанр Dreamfall как Modern Adventure, современное приключение, в противовес Action Adventure, или приключенческому боевику по-нашему. Мотивировал он свое определение тем, что все жанры развиваются и изменяются, и приключенческие игры и квесты не должны стать исключением. Он хотел популяризировать жанр и использовать при этом современные технологии и возможности графики.
Да, что касается графической составляющей, то на Dreamfall было приятно смотреть. Оба мира детально проработаны, каждый город, каждая локация обладает собственной уникальной архитектурой и цветовой палитрой. А вот если говорить об игровом процессе, то тут уже не все так радостно. Многие игроки упрекали The Longest Journey в сложности головоломок, и вместо того, чтобы сделать загадки немного легче, разработчики из Funcom решили избавиться от них практически полностью. Конечно, в игре есть немало загвоздок и барьеров, которые необходимо разрешить, но они настолько просто решаются, что головоломками их язык не повернется назвать. Какие-то из них можно пройти с помощью мобильного телефона, какие-то с помощью разговоров, для каких-то все-таки понадобятся вещи из инвентаря. Но особо обольщаться не стоит, одновременно в нем не получится нести столько же предметов, сколько в The Longest Journey. Обычно там 3-4 вещи, что сразу упрощает весь процесс и дает возможность полностью сосредоточиться на истории. Давала бы, если бы не пара моментов. Есть еще мини-игры на взлом в контексте сюжета, а на деле на внимательность и зоркость, и элементы файтинга и стелса. Если вторые практически безобидны, то с драками все обстоит куда хуже. Хоть их не так уж и много, но играются они неудобно и вызывают только раздражение. В отличие от своей предшественницы, в Dreamfall героя может настигнуть смерть, благо частые автосохранения делают ее не такой уж и страшной. На самом деле, все эти внезапные сражения не могут испортить впечатление от хорошей истории. А серия The Longest Journey всегда была больше про сюжет, чем про геймплей, как помните. Несмотря на то, что игры тесно связаны друг с другом, между ними есть довольно существенные отличия, и касаются они не только графики и геймплея. The Longest Journey — это такое классическое путешествие героя через неведомые ему земли и культуры. В ней много забавных и странных персонажей. Dreamfall же пошла другим путем. Да, в ней тоже есть интересные герои, например, Вонкерс, однако ни один из них не производит такого вау-эффекта, как, скажем, Роберт Клакс в первой игре. Большинство самых запоминающихся второстепенных персонажей пришло в Dreamfall из The Longest Journey. Ворон, тот же Клакс. Ладно, ты победил. В Dreamfall миру Аркадии уделено не так много времени, как в The Longest Journey, и повествование редко вырывается за пределы Меркурии. Но зато мир этот стал более интерактивным, на знакомые места можно взглянуть с совсем другой стороны. Героев стало трое, и каждая сюжетная линия отличается друг от друга. Из-за того, что главных персонажей теперь несколько, повествование стало рассеянным. Все линии сходятся в финале и тут же обрываются, потому что все, конец игры. Dreamfall намеренно заканчивается на такой ноте, так как задумывалась как вторая часть трилогии, но тогда, в 2006 году, такая концовка выглядела издевательской. Множество неотвеченных вопросов, неожиданная кульминация, которую никак нельзя изменить, и долгие годы ожидания продолжения. Рагнар Тёрнквист внимательно изучил все отзывы игровой прессы. По его собственным словам, он прочитал большинство из них и не один раз. Рагнар очень переживал, как его творение будет оценено другими, и их мнение было для него важным. Сам он после успеха The Longest Journey ожидал, что Dreamfall тоже наградят одними изумительно, но критики в общей своей массе оценили игру на 7 из 10, они хвалили сюжет и звук и ругали геймплей и навязанные драки. Но к чести своей Тёрнквист признавал, что Dreamfall имела свои недостатки, что сражения и стелс выглядели чужеродно, что история резко обрывалась, что игра оказалась слишком легкой для некоторых. Но все эти решения были преднамеренными и необходимыми, чтобы перевести традиционное приключение в новую эпоху интерактивных развлечений. Лучшей же наградой были отзывы людей, та страсть, с которой они писали комментарии на форумах, создавая целые ветки дискуссий, обсуждали теории, строили свои вариации развития событий. Dreamfall не оставила играющих равнодушными. Даже разочарованные люди, которые, по их словам, зря прождали 6 лет, получили от игры эмоции. Пускай даже такие. Но все же тех, кого Dreamfall оставила в восторге и томительном ожидании, было гораздо больше. Маленькой команде из Funcom удалось создать действительно что-то новое для жанра. Пускай и не идеальное, и не на любой вкус, но то, что вызывало у людей эмоции и интерес. Dreamfall была сделана буквально с нуля и вполне может считаться самостоятельной игрой. У многих, включая автора этих слов, знакомство с серией началось именно с нее. Эта игра нуждалась в прямом, а не духовном продолжении. Продолжении, которое расставило бы все точки над «и», пролило бы свет на темные пятна и было бы более дружелюбным в плане геймплея. Не принижая достоинств Dreamfall, оно должно было быть лучше, совершенней, учитывать пожелания игроков, оно должно было быть… когда-нибудь. Очень долгое путешествие сменилось очень долгим ожиданием.
10 лет прошло с момента выхода Dreamfall до выхода финала истории, последней главы саги. Как же закончились приключения Эйприл, Зои и Киана, вы узнаете в третьей части истории серии The Longest Journey и Dreamfall на stopgame.ru.